Ребят, я уже устал идти. Мне Санчо позвонил. Я прибежал, говорит, этот тебе обязательно надо снять. Что это? Да ладно ты. Это номер. Нифига себе. Конечно. Вы только посмотрите, ребят. Наш крест непростой. В композиции стали включаться иконы с различными евангелистскими сюжетами. Завершались такие композиции рядом изображений херувимов в верхней части яруса. Это уже не крест, а сложная икона, состоящая из множества изображений. Она играла роль переносного иконостаса и в быту называется Патриарший крест. Да ладно, да ну. Тот скинул, походу. Ох, этот прям. Ты ж крибанул, что ли, даже еще? Ты того, да это двухсторонний складень. Где створки? Саша, ты отсюда не уедешь. Какая-то непонятная. Здесь. И надпись. Блин, уже темнеет. Читать не могу. Зачет. Класс. Ребят, подрезая стенку, мы ставим вон дырочки. Выпала еще одна бутылка. Красотуля! Эй, красотуля! Саша, ты молодец. Супер. Ладно, продолжаем, ребята. Класс. Я подумал, что это за херня. А потом приглядываюсь, ёшкин кот. Это фарфоровая статуэтка. Створка. Классная створка. Вообще. Какой-то щит, что ли? Щит. Нашли два АТК-700 радиации. И что-то мне тоже захотелось немножко подзаработать. Завтра с утра проснусь и поеду на то место, которое, кстати, нашел Саня Петров. Он оттуда столько металла сегодня набрал. Почти бампером чиркал об дорогу. Вот так что завтра отправляюсь туда. Доброе утро, ребят. Сегодня у нас будет видео по металлу. Конкурентов ждать не придется, потому что всю ночь лил дождь. У пацанов машины пузатерочки, и они сюда не смогут доехать. Так что весь металл сегодня будет мой. Вчерашний день был зачетный. Ковырял я три фундамента, кем-то ранее были разработаны. На одном из них было царские монетки, две двушки поднял, вот, но пустой оказался тем, что ни сигналов, ни сопутки. Второй фундамент был шикарный тем, что выпало очень красивое, редкое, у меня такого нету, стекло. Царское стекло, причем стеклышки оказались у нас церковные. И шикарная, ребята, фигурка. Керамическая фигурка, статуэтка. Фарфоровая даже, не керамическая, а фарфоровая. Ну, про них я вам рассказал. Ценники, почем продают такие вещи, тоже показал. Думаю, было интересно. Дальше перешел на другой фундамент. И когда подошел к кирпичам, а кирпичи это у нас что? Печка. Выдернул оттуда заслонку. Не заслонку, а дверцу печную. Я продолжал потом еще и копать, и думал, заслонку найду. Но заслонка не отыскалась. Но я и рад обычной дверце. Вот. Про дверцу я тоже вам рассказал, показал, сколько стоят такие вещи, почем продаются на Авито. Ну, в общем, как можно заработать. В принципе, вещь зачетная. А сейчас я пойду, Кинга разбужу и в одну
харю буду копать металлолом. Кстати, вчера пацаны подняли там два радиатора от К-700. Нехило, да? Нехило. Может быть, там еще есть третий. Так что погнали. Конкурентов сегодня не стоит ждать. Легкий завтрак. Кинга разбужу. Представляете, Кинг до сих пор спит. Это уму непостижимо. Ну, ладно, пойдемте, ребят. Позавтракаем и покопаем. Нашел, ребят, я здесь не густо. Но металл, как вы видите, тракторный. Мелкий. Но, как бы, такой увесистый. Вот здесь вот немножко металла. Ведро полное. И вот смотрите, какая металлоломка классная. Я ее сейчас почистил щеточкой с преобразователем. И красотища. Я все вчера ночью разглядывал, что здесь разглядел. Шашка, наверное, да? Или сабля. Шашка, походу. Винтовка. И вот это вот я что-то не мог понять. Но это, ребята, знаете, да? Это как они? Не гусары. Как они, блин, из головы вылетело. В общем, а вот это не знаю, что такое. Что это такое, что за фиговина. Ну, вот так вот я металлолом свой сегодня собрал. Достаточно недурно, да? Металла наковырял. Нормально. Да? Пойдет? Пойдет. Думаю, бензинчик хоть немножко окуплю. Ну а сейчас покажу бутылочки, потому что ночью вчера не было их совсем видно. Ну а сейчас давайте посмотрим на бутылочки. Бутылки вообще бомба. Смотрите, какие они расписные. Красивые. Здесь у нас образ какой-то. Здесь орел. Здесь новый образ. Здесь венок. Здесь непонятно чего. Здесь тоже непонятно. И надпись Уткин. Батырев. Батырев. Москва. Бутылочки Уткина. Так, еще одна такая же подобная. Опа-на. Блин, свежий сколт. Это, походу, я вчера ее трахнул. Хреново. А здесь еще наверху. Горговск какой-то. Еще одна бутылочка. Аналогичная. Торговый дом. Уткина, Богатырев и Ко. Москва. Все прочитал. Здесь в центре орел. По бокам здесь что-то женщина, походу, потому что фигурка видна женщины. Олень. Еще опять такая же. А, это Николай. Точно, это Николай. Узнаю профиль Николая. В общем, вот такие две бутылочки. Следующая бутылочка, ребята. Классно то, что сохранилась надпись. Здесь написано капсин. Что за капсин? Не знаю. Что лечили капсином? И здесь то ли описание, то ли рекомендация. Вот. И вот такая вот заглушечка. Заглушечка. Обожаю такие заглушечки. Вот. Ну, не менее интересные, ребята, следующая бутылочка. Первый раз такую сталкиваюсь. А Сиу и Ко. Москва. Вот. Товарищество Сио является поставщиком императорского двора. Такая вот маленькая бутылочка. И, конечно же, ребята, вот это фарфоровая красотуля. Видно, девочка держит то ли собаку, то ли игрушку медвежонка. Вот так вот интересная. Вот так вот. Хорошо. По монетам вчера не густо было,
Но очень хорошо по бутылочкам сыграло. Так, а что здесь? Инициалы, что ли, даже какие-то есть. Пустотелая. Как она выжила, ни уму непостижимо. Как и эти бутылочки тоже. Вот, ну как-то вот так вот, ребят, у меня получилось вообще шикарно. Вообще бомба. Выход получился. Не только у комрадов, которые отыскали огромный крест, но и у меня неплохо. Красота. Упал. И глазами жалобными говорит: хозяин, поехали домой. Мы 3 дня до этого были дома, отоспались и снова поехали. Вот, смотрите, он весь в колючках. Ешь твою налево. Весь в колючках. Да уж. Сейчас будем отряхаться и поедем домой. Итак, ребят, на этом я заканчиваю свой коп непосредственно в дороге. Знаете почему? Потому что я вспомнил, что вчера мне звонил Рустик, ну не совсем трезвый, грубо говоря. И он отмечает, ребята, хорошую дату. Именно дату рождения своего сына. Да, ребята, у него родился сын. Опа, она. Смотрите, 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 ребята. Снова кабаны, вон они. Ёшкин кот. Стадо опять. Ребята, вон они, кабанчики. Ближе не подъезжаю, потому что они сейчас разбегутся, может быть. Вот они, кабанчики. Кабанчики. Мы вчера ночью с Кингом спали и думали, они к нам придут. Может быть, и приходили, но Кинг их распугал. Вот так вот. И косули вчера были беложопые. Ну, к чему я, ребята, все-таки к тому, что у Рустика день рождения у сына, рождение сына. И надо будет его поздравить. И в ближайший, наверное, выход, а в частности в субботу, будем его поздравлять. И будет шикарный коп, очередной слет. Так что смотрим, а сейчас все, пока. Дорога долгая, 150 километров, и спать. Монтировать вам новое видео. Пока. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео в описании. Заранее спасибо.